Талант этого художника ярок и многогранен. Юрий не только пишет картины, причем в самых разных жанрах, от портретов до огромных монументальных полотен, но также занимается графикой и книжными иллюстрациями. Отдельное место в его профессиональной карьере занимает архитектура развлекательных заведений и дизайн интерьеров. Среди сотен работ Юрия Тарлера в этой сфере можно выделить легендарное некогда кафе «Харли Дэвидсон» в Лас-Вегасе и известное всему Нью-Йорку место «Джекилл энд Хайд». Я считаю себя просто художником. Я считаю, художник не имеет национальности. Другое дело, я вам честно скажу, я люблю Россию, я считаю себя русским. Я все равно, несмотря на то, что я в России прожил меньше, чем в Америке, я все равно по психологии русский.